Помню, как Да и зовут. две. Че у тебя там по активацию? У меня активация собак истеричек. Сейчас, извините, выключу микрофон. По готовности поехали. Забираю. Скажешь, когда? Эти мобы. Собрал. Раз. Забираю. Эти боссы не мертвы. Босса немножко контроль, по-моему. Масаку. Блять, опять контроля нет. Короче, слушай. Сейчас предложу. Вся служба будет с хотя контролем. Будет блядь, хотя бы. Вот от вас контроль вообще есть какой или нет? Я, блядь, хули паладином одному мобу стан даю, блядь. Чем, блядь, заняты все в рейде люди вообще? Минута тогда. Три моба, блядь, законтроленных. Три. Я лежал сейчас, минус два сразу. Потому что от меня идут корни, от меня идет циклон. Смотри, три моба законтроллены. Протопал может стан по мобу дать. Да, я систа. ДК может дать, блядь, оковы, как минимум. Дальше, три лока могут дать этот бан, блядь. Блядь, нету контроля, понимаешь? Смотри. Вот шаман цик... могут снегло дать. Слушай, смотри. КД осталось. Показываю. Допустим, начинается в звезде, да, босс танчится, РД стоят в кресте на максимальном ранже. Идет первый каст. Что происходит? Танк отводит чуть-чуть, получается, за звезду, то бишь выпельсин, РД примерно такой же раньше перебегают. Милики в это время убегают полукругом на полумесяц, да? Соответственно, опять танк подвинулся, РД с креста продвинулись в квадрате. Получается, лужи у нас лежат в кресте, и со стороны полумесяца, да? Идет второй каст. Танк стоит на месте. Все РДД с квадрата сразу же бегут под босс. Но милики в этот раз уже убегают не в полумесяц, потому что там будут лужи, а убегают в ромб, чтобы туда лужи вынести. И таким образом получается то, что мы уже стоим под боссом, а лужи у нас в кресте, в квадрате, ну, в ромбе и в полумесяц. Легко раздать контроль будет. А после того, как, ну, первая пачка взорвалась, мы опять убегаем на максимальный рейндж. Только убегаем уже не в эту сторону, да, не со стороны креста, а со стороны, где сейчас стоит босс. Опять на максимальный рейндж. То бишь в трусы.
И опять идет первый каст, да, после трэша. Танк уже во время каста из апельсина переходит в звезду, а получается РДД из трусов двигается ближе к черю. И милики также сначала выносят луну, на втором касте мы двигаемся вперед, но милики уже выносят в другую сторону. Не знаю, я понял про что ты имеешь в виду. И мы будем бегать со стороны на сторону, и лужи будут в одном месте. Если все будут нормально после каста убегать, никто не должен будет ловить перья. Если будут проблемы, значит все сделают чарки себе на ботинке. Потому что урона на первой фазе нет, ну просто пока вот эти элементали не выйдут. Там нет чего урон получать. Только вот эта вот аура иссушающая. Не только аура. Еще этот стаки милики накапливают. И это... Но у миликов стаки. Все, больше ты урона не получаешь. Только так, по крайней мере, все будут сразу перебегать, и урона перьев вообще никто ловить не будет. Потому что сейчас, если посмотреть по логи по полученному урону, блядь, у половина рейда ловит перья. Потому что тут полный хаос происходит, и все равно ловит перья. Этот. Давай посмотрим, кто с миликов знает, где лево, где право. Вот ты сказал сейчас. Ну, мне нужно где лево, где право. Им нужно сначала убегать вот на первом косте в луну, на втором косте в лиловую метку. Я понял. Сейчас посмотрим. Ну, не обязательно так далеко, да? Главное, чтобы они, ну, выносили в бок. Чтобы вот эта вот линия для РДД и для танков была свободна. А, дай джейс. Так как босс во время каста не бьет, как раз вот время можно перебежать и потом дальше хилить. Все, поехали. Только нужно раньше поле подобрать подробнее. Разница где? Где хочешь? Не, ну... Квадрат начинаем, квадрат... Нет, начинаем с креста, он звезде... Чтобы тут большой рейндж получился. Давай со звезды. И получается, во время коста уже второй танк, тот же первый, во время коста уходит в апельсин, а в это время РДД перебегают в квадрат. Только перебегайте, уже вот каст прошел, и только потом перебегайте. Они под конец каста, они в середине касте. Каст прошел и побежали. Всё, потому что если побежите заранее, на вас кинет. Ты, короче, звездочки танчишь, потом переводишь в ромбик. Потом с ромбика переводишь звездочку. Все. Ваша позиционка там. Все, поехали. Блять. Все РДД в крест. Не обязательно скучно. Сейчас посмотрим, кто слакает, а кто нет. Отдельно. Вот в демонолога встанете. Вот, приготовились. Короче, перебежали. Танк должен еще дальше отвести в печи, дальше. Теперь, милики, вы бежите в ром. Элбрил, ближе, назад отойди. Сейчас сразу все под босса РДД. Приготовились. Побежали. Сразу под босс. Контроллер раздали. Все, теперь в трусы прибежали, то есть вперед. Еще мобов два надо забрать. Там могут бежать ДКшки, которые сзади. Приготовились. Топните там мобов. Побежали. Взрывай. Забрал. В звезду переведите Лару. Кирса.
бафы дайте. Меня здесь. Приготовились. Побежали. Еще 15 секунд лежать. Под боссом. Приготовились контроллер раздать. Дайте массаку. Забрал. Сардай, перебежали в крест. Оба взрываются. Приготовь. Могу забрать. Забираю? Нет. Перебежали. Рано. Так. Сейчас будет больно. Босс, отведите в печи. Забираю. Стой, не отводи. Теперь отводи. 20 секунд, не в ту печеньку. Приготовились. Побежали. Сразу под босс. Контроль. Забираю. Парните. Одна секунда. Шестой. 10 секунд. Я думаю, посыл понятен. Там 6 стаков, блядь. Ебанешься. Ты видишь, контроль, блядь, 0. Ну, почему коли контроля, то роги не могут даже. Лёх, ну я не знаю, но мне кажется, назначать надо людей на контроль. Если почему? Разбойники выбегут, чтобы дать стан, будет больно. Мы умрем. Ну я что, не умираю на ходе, парень? Ну, ты подхиливаешь сам себе. Я хилю танков, я себя практически похилил. Через частиц. Танк получает урон большой. А вот теперь смотрим логи, кто получил урон от Перри. Ищем, так скажем, слакеров. А как посмотреть? Кирс Горн, да? Бабл, Монород, Френзи, Пианист, Артемия. Да, все пробуй получили. Параллельно похилить танка, когда у него меньше 20 тысяч при этом. Когда идет каст, танк не бьет, мы сами сказали. Стаки. Стаки тоже не бьют. Но только во время каста, как только каст закончился, бьют. Как только каст закончился, уже все перебежали. Так смотри, там не в этом прикол. Там же еще танка бьют стаки, которые... Вот на них налаживаются стаки, которые повышают урон, правильно? Еще есть вторые стаки, которые такие же бросаются миликом. Ну, можешь ты стоять отдельно, как... Прилугнусь. Не, я-то бегаю отдельно. Отдавать прожимки на время перебежки, чтобы Сайпис? Можно было пройти. Как его, блядь, как эта херня называют? Дезориентация уроги. Или как? В плане работает. Не работает? Только в плане шестом. У нас один ланч. Ну, комбо-поинты можно набить, удар по почкам еще. Только опять же, все должны стоять и ударить 5 раз. Потому что если кто-то впереди, а кто-то сзади, задний не успеет добежать. И милики, а вы... после этого пола перекур? В РДД зону не выбегает только вот сначала в луну, ромб, и чередуете луна, ромб. А мы чередуем, получается, крест, печень, ой, крест, квадрат под босса, потом трусы, череп под босса.
Пианист, тут замедление, да, наоборот, только в минус идут. С контролем получается как? То, что одна лужа всегда сзади, ну, всегда сзади РДД, и две по бокам. То есть, также там могут локи в рамбе, например, да? Один, например, лок в рамбе, один хант в рамбе, второй лок там в луне, да, и второй хант в луне. Не знаю, что-то в этом роде. А те, которые остаются сзади РДД, они пускай полудут в босс. Самое охуенное, какое может быть тут контроль, это бан локов и станы паладинов, рог, блядь. Станы — это не лучший контроль. Корни, вот типа трапу хантовская, в чем бан. Прикол? В чем прикол стана? В том, что... 5 секунд? Да, в том, что он на 5 секунд отвечает. Там длится как раз эта хуйня 5 секунд. Просто кидать корни — это вообще не вариант, потому что долго мобы в корнях стоят. И из-за этого потом проблема. Сможете, наверное, корни сбить, не это уешь? Нет, там очень много урона, типа, нужно влить, чтобы сбить эти корни. А если босс кастуются, не снимаются они, нет? Нет, нет, я пробовал. Самый лучший контроль здесь — он это... Изгнание и трапа хантов, потому тоже что... Тоже это не вариант. Сам, ну, блин, пианист, типа, ты кидаешь там на 5 секунд, и твой моб потом один подойдет, и придется еще 5 секунд ждать. Надо скрабливать-то по 3-4 штуки. Да нет, есть. Мы можем 4 штуки, типа, мы можем смотреть. Из-за замедляющих станов происходит так, что на 4 секундах подходит еще один, а потом еще через 4 секунды один. А наоборот, чтобы сначала подходили несколько мобов без станов и без замедления. По одному тоже ничего страшного, там же копятся стаки. Без разницы, как ты захуяришь. По одному, по два, по три, все равно будет общее количество от этих мобов браться. Надо тоже... по три приводить, да. Дольше, по одному вести. То есть на это мы потратим около 9. Больше времени тратим на контроль из-за этого. Кават, а, смотри, стаки висят минуту, то есть я жду 30 секунд, мы должны по 30 секунд танчить, то есть на рубле 30 секунд танчит, я забираю, как я забрал, через 30 секунд забираешь ты, и каждому, каждый будет по 30 секунд, я по танков сейчас, потому что Кават рано забирает. Причем тут без сайса, они станки умирают. Так, потому что чем дольше уйдет бой, тем больше урона по танкам проходит. Нелогично. Все, поехали. Хватит. Все готовы. Сейвы еще хуёво отдаются. Личное сейво никто не жил. Приготовились. Побежали. Сейчас милики в ромб выносите РДД под босс. Убираю. Печень дальше отведите. Под боссом в лужу. Мили кажется или, блять, миликов в лужу? Да, прям под босс. Кто не отбежал, блять, с миликов? Готовились. Побежали. Смотрите, ну кто-то лужа. Наперед бежит. Там вот лужа, все. Бокс. Слышишь? Там лужа, бокс. Моя, скорее всего. Потому что у меня опять бок завис. Я не знаю, что за хуй. Ну, я считаю, скорее не в центре. Ну да, там лужа под боссом, там на миликах, блять, по 200 плюс урона. Вот так где. Ну чё вы тянете, вы там сдохнуть не можете, алик, блядь, это пиздец. Да, не можем. Если милики не отбивают, это всё. Вот вы сейчас как стояли, получается, через горн пианист, можете так, как бы, ну...
так просто немножко проще. Я просто смотрю, там миллизоне такие... Ребят, там альянс на входе, пошли разъебем. Делать нам типа чисто расслабиться. Да тут, блядь, ну мы напряженные. Пошли, ну тут и так ебут, отлично. Я предлагала напряжение снять. Доступным методом. Хоть кому-нибудь навалять, раз босса не можем, да? Да, именно. В этот уже потом. Учитывайте тот факт, что мы сегодня без сейвов. Я еще вот это в процессе. Я думаю, там сейвы нужны уже где-то стаков после 30. Чтоб танка не сбрило во время. Да, вот, ну, типа... Чтобы корни просто последние были. Ну, кстати, последняя тактика, вот эта с перебежками, мне нравится больше, чем рассасываться. Один человек слакает, умирают все. Вот. Там, наоборот, не слакает, а в плане, бля, побегу-ка я быстрее, чтобы точно успеть. В итоге он бежит первее, на него кидается, все, кто сзади, умирают. Рыба стоит. Вы знаете, как на Личе, когда в комнате бегают за влагой, то же самое поставить на одного РДД, все бегут за ним, никто не кастует, просто во время каста вы бежите за меткой, никто урона не получает. А ты заметил, какой колбасой там рейд растягивается? Там нет, там нужно каждому свои реакции. Каст закончился, сами побежали. Пока ты скажешь, пока увидишь, как звезда побежит, ты уже не успеешь. Аналитично, позиционно. Ну, по команде хорошо. Если кто-то по команде не может... по команде, опять же, это пинг и все такое. Тут нужно вот именно самому, вот каст закончился, все, и ты бежишь. Ни до, ни во время. Вот закончился, все, и побежал, времени хватает. Тут, говорю, даже без чарки на тапках можно перебежать. Речо, Бибо, Вага. Вот, стой, где ты сейчас стоишь, не двигайся. Еще раз дай. Мозер, пуляй ты. Куда пулять, ты собрались, увидите, вагабон ты, бежит. Ты прочитал, что я написал? Читаешь, в смысле? Ну там по телефону, по-моему, позвонил. Кевка. Да. Ты понял, на фишку. Да, я в процессе, я же говорил. Я еще... Мне кажется, только вот этот... Продумываю. Ну ты про 3D-метки прочитал? Да. Просто видишь, это... одному нереально это все скомандовать. Это надо, чтобы люди тоже что-то делали. Даю проверку. Все готовы, поехали. Мозер чуть назад. Ну, Ред, подвис. Приготовились. Раз. Побежали. Хуя урона. Забираю. Отведите дальше Лара, в печень. В демонолога соберитесь. Сейчас РДД под босс. Подготовили. Класс. Побежали.
Забирай. Контроль, приготовились. Контроля нету. Этот под боссом вышел. Контроль был. В смысле? Они все были замедлены. 6 таков. Так. Они все очень медленно пришли к боссу. Давайте насчет контроля. Теперь у нас 3 ханта. У нас 3 лока. Банят 3 лока. Дает 3 трапа ханты. Больше контроля никто не раздает. Мы сначала бахаем 4. После отпускают локи, бахаем еще 3, и потом отпускают ханты. Либо наоборот, сначала бафаем 4, потом отпускают ханты, потому что кто-то может случайно сбить их трапы. Да. И уже потом отпускают 3 лока. Больше никто ни корни, ни станы, ничего не дает. Гирк, смотри, как раз насчет отпускания 3 лока, их по-любому ничем не собьешь. 4 бабахнули, когда нужно отпустить трап, ты даешь звездопад, и трапы пошли. Да. Вот это либо даю, окей, либо просто, да, даю Starfall. А локовские останутся стоять, они да, потом. Да, согласен. Потом, ну и потом локи их. Давай по меткам тогда. Есть маленькое но, если ханты не попадут, это будет фиаско. Вам не нужно попасть. А только смотрите, собирай. Так как большинство... У нас стоит, ну, РДД хилы, то бишь это крест и квадрат. Вам достаточно туда просто в линию кинуть 3 трапы, и они сами тут поймаются. А локи отдадут, получается, ну, контроль с ромба и с луны. Вам тут попадать не нужно. По таймеру могу законтролить хоть 2, потому что... Я кидаю одну трапу, она откатывается к их возрождению. Но при этом, если кто-то кидает контроль типа корней или вихря, этот трап уходит никуда. Не будет. Никто не станет, ни корни, ничего. 3 ханта, 3 лока. Побежа. Ну, 3 трапы, да? И 3 контроля от лока. Ну, вот те, это которые, самая траповая тактика. Те, которые ханты вы даете, ну, просто кидаете 3 трапы вот на чуть ближе квадратика, да? Ну, примерно, да, либо на квадратике. Они пойдут, как бы, и все равно 3 моба словятся. Вот, а локи отдадут боковых, получается, с лиловой и с, ну, полумесяца, естественно. Нет, ханты, вы определитесь, кто куда кидает. Кто-то ровно в квадрат, кто-то чуть ближе к кресту, кто-то чуть ближе к боссу, и все. То есть, допустим, вот одна вон в квадрате лежит, вторую, где сейчас трусы. А третью, допустим, можно будет вот сюда вот. Помню. Я в квадрат. Вот вы там сами же собой договоритесь как-нибудь. Рыба была, нет? Нет, это не стоит. Вот, потом получается мы бахаем 4, потому что 6 у нас контроль. Угу. Подают стаки, я даю Starfall, выводится хантовский, сразу бахаем 3. Перебегаем русы, подают стаки, отпускают локи. Все, топ-тактика. Мне кажется, самое крутое. И перебегаем. И еще раз, получается, мы начинаем в кресте. Сейчас на кого-то, я не знаю, блин. Сколько казум у тебя рейндж? В демоне, по-моему, меньше всего. 30. Ну вот, то есть у нас рейндж должен быть 30 метров. Да, то есть мы всегда ориентируемся по демонологу. То есть не забегаем вперед его. Потому что уже ближе будет, ну, сложнее. Вот, получается, с креста в квадрат, в это время, пока РДД в квадрат, танк в печень вводит, потом под босса. И потом уже перебегаем в трусы. Когда каст, да, то из трусов РДД в череп, а танк из абельсина в звезду. Чтобы у нас всегда был как бы одинаковый рейндж между боссом и РДД зоной.
Хантов страховать, наверное, надо тоже, да, посматривать друида. Никаких корней, они очень долго висят. Вихрь. Ну и только вихрь... циклоном радуешь. Они сбивают трапу. Нет, нет, в смысле, да, если двое в трапах стоит, а один вдруг убежал, закинешь в вихре. Значит, трапа может лежать чуть дальше, и если он будет в вихре, и трапа поднимет. Нет, если он прошел мимо квадрата и идет дальше, значит, надо вихревать, и все. Даю проверку. А какая же самая метка у нас? Френзик. Здесь. Френзик, заходи. Блин. Вообще и гоблин. Какая метка самая яркая, чтобы я тут видеть? Звезда. Леха. Что? Френзик, выключи свет. Окей. Ладно, ну, типа, я на ноуте не смогу зайти нормально, потому что ноут старый, он будет пинговать. Поехали. Мажор. Служил. Ладно. Блять, или три, два танка будут стоять вообще ни хуя не. Я не успел. Приготовились. Побежали. Близко, вах, слишком. Долго ли, блин, да, мало ли, коротко. Там же в луже кто-то стоит. Дальше нужно лара вести. Настя, отойди. Приготовились. Побежали. Под босс. За рулет я скажу когда. Через 5 ну, секунд. Ну у нас лежат, блядь, хантены с контролем. Тут не в контроле дело. Если перьев дохуя залетает в эту группу, нажатся люди. Ну перьев. Я согласен. Значит, близко. Ну блин, нужно стоять на максимальном уровне. Да. И дальше нет, нормально. Я имею в виду, перелетят конкретно человек. Они летят на место, где он стоял на момент конца коста. Да. Мы перебегали, там падало хоть по 5 перьев, мы вообще урон не получали, когда босс подальше стоял, потому что мы успевали просто... Просто мы блед сбрил сразу. Нужно от этого, нужно рейндж отрегулировать сейчас, чтобы он был, ну, более-менее постоянный, ой, там, 30 метров. Сейчас сбрило, с 2000. Что? Я у Норвлета спрашиваю, ты спиной повернулся или что? Ты? 2000 тебе дали? Нет, он бил лицо. Конин. На нем щит и молитва была, я просто не вижу, до пула вообще не считывается рейд, никого, ни танков, ничего. На... Нет, нет, это смерть, я здесь скада умерла. Ты из общего кинь. Водные метки есть, нет? А из общего метки. Мне надо 5 минут животных покормить. Что из общего? Мне 2 смерти. Норбет, ну, щиты на тебя до пула кидаются, нет? Так не услышал я. Щиты до пула нет. Щиты молитвы вешать? До а пула. Почему? Он... А почему? До пула можно весь рейд засчитовать, сесть, попить и после этого дать команду на пул. Весь рейд 25, фул будет засчитован, ты будешь с фулман. Что-то олени закончились, пойдем. А что-то только урона ушло. Ну 41, 44 и все. Плюс там удар пламени, там по 3 тысячи. Вот с атакой получается. Нет, Гречка, тебя не слышно. Раз. Ну, сейчас слышно, но тихо. Это есть свободные, нет?
Чего свободная? Свободная метка? Ну, нету как бы. Ну хреново, вот говорю то, что у демонолога там рейндж 30 метров, и из-за этого как бы мы теряем лишних сколько метров, 5. Потому что в основном у всех там 36 и выше. Да пусть он стоит в мили-зоне, ну, в метке мили. Пускай с миликами бегает, да? А, и вон и у Санты 30. Ну пусть они вдвоем с миликами стоят. Ну, либо вам просто бегать, знаете, ну, тоже по линии, только там право от РДД, да, либо слева. Я понял, отдельно. Не задевали. Либо, не знаю, там вкачивать талант чисто на лора. Гречка, ну, ренжа 41 метр. Ну, это у тебя, у меня он 36, у локов, видишь, 30. Это вроде один из первых качающихся, нет? Просто параллельно будем бежать с вами. Поехали. Я выбрал назад, если можешь. Я не достаю сзади. Значит, тоже отдельно. Приготовились. Побежали. Забираю. Приготовились. Побежали. Под босса сразу. Контроля. Забирай. Отпускайте ханты. Перебежали на в трусы. Приготовились. Побежали. Еще один. Вылили в лужок стоит. Дальше Алару проведите. Нормально. Кто дальше? Нурглет? Нурглет. Да. Приготовились. Побежали. От босса сразу. Забираю. Контроля. Мастера Орлата, да? Два, три старта. Копнуть надо. Или сейчас будет жопа. Перебежали, РДД. Все, открывайте, хорошо. Быстрее. Рейд прохильте. Побежали. Ну вот, секундочку. Блять, вы можете? Понял. Дальше, Лара. Блять, я не могу рейд хилить. Дальше Лара отведите. Да ладно, Матиолу. У меня бэра нету. Приготовились. Побежали. Сразу под босс. Убил. Кто-то пушку разбивал.
Это контроль. На каком мы косте? На четвертом умираем? Или на пятом? Третьем. Понимаешь, в чем прикол? Ну, как бы... Все, конечно, хорошо. Блять, первый раз нормально контроль. Второй раз более-менее, на третьем вообще не контроль. Все, на этом все, короче. Меня на сегодня хватит. Будем учиться контролить. Всех контов, локов буду учить. Рэсхэм не идем, да? Да нет уж. Без 20-10. Короче, в Дуратар кабанчик троллить.